30 ноября, воскресенье. На сухопутных рубежах обороны изменений не произошло. Противник активности не проявлял. Используя передышку, войска СОР проводили большую работу по восстановлению и совершенствованию инженерного оборудования рубежей. Заместитель командующего СОР по инженерной обороне генерал-майор Хренов доложил военному совету Черноморского флота разработанный план инженерного оборудования рубежей. Планом предусматривалось инженерное оборудование основных оборонительных рубежей. На случай эвакуации города и главной базы документ предусматривал разрушение всех промышленных и военных объектов, для чего выделялись специальные командиры и лица. Городской комитет обороны утвердил нормы выдачи хлеба населению на декабрь. Рабочие и инженерно-технические работники – 800 граммов. Служащие, пенсионеры и главы семей призванных в рабоче-крестьянскую Красную армию и военно-морской флот – 600 граммов. Иждивенцам – 300 граммов. Говоря про инженерную подготовку главной базы Черноморского флота к обороне 41 года, следует заметить, что понятие сухопутной обороны баз не существовало. Все строительство было ориентировано на море, что подразумевало возведение сооружений для обеспечения базирования кораблей разных классов. С 3 ноября общее руководство всеми вопросами инженерной подготовки обороны и защиты воинских частей возлагалось на заместителя командующего Севастопольского оборонительного района генерал-майора Хренова. В начале ноября на всех рубежах были выполнены объемные строительные работы, подготовлено 9 командных пунктов. Когда Приморская армия вошла в Севастополь, она сразу включилась в строительство полевых укреплений. Руками солдат приморцев и морских пехотинцев рылись окопы, строились доты, дзоты, устанавливались проволочные заграждения, специальные подрывные команды закладывали мины и фугасы. Воентехник Масиченко вспоминал, как сооружали каменные батареи в местах возможного движения противника. Копали ямы глубиной, шириной и длиной по 1,5 метра. На дно ямы закладывали взрывчатку, поверх нее укладывали плотно пригнанные бревна или доски. Потом на этот настил насыпали побольше камней сверху землю. Ямы копали на расстоянии 20 метров друг от друга в шахматном порядке. И во время боя фугасы приводились в действие поворотом ручки электрозапальной машины. Все земляные работы проводились в очень тяжелых условиях. Морозы в середине ноября сменились продолжительным дождем, который совершенно размыл грунт. Потом опять ударили морозы. Особенно страдали непривыкшие к морозам южане. И всем командирам приходилось бывать валенки, ватники, теплые портянки, сапоги. А вот когда морозы опускались до 10-15 градусов, солдатам и матросам рекомендовали смазывать кожу лица и рук гусиным или свиным жиром. Ну а в реальной действительности избежать обморожения было довольно сложно. 4 декабря 1941 года военный совет Черноморского флота констатировал: оборонительная система на сегодня представляет собой сильную преграду для противника, опирающуюся на огонь береговой обороны, дотов, полевой и корабельной артиллерии.